Крупное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Шымкенте. Утром около 9:30 часов по улице Желтоксана. Эти кадры по WhatsApp прислал зритель нашей программы. Из видео понятно, что столкнулись иномарка и спецмашина скорой медицинской помощи. Как стало известно, медицинская помощь понадобилась женщине, находившейся за рулем иностранного авто. В данное время полицейские выясняют причины аварии. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось поздно ночью. На проспекте Кунаева автомобиль марки «Мерседес», вылетев с дороги, снес несколько секций заградительных линий. Как произошла авария, неизвестно, водитель отказался от каких-либо комментариев. В данное время выясняется причина аварии и стоимость ущерба, нанесенного государству. И кто будет оплачивать этот ущерб, будет выяснять суд. Сотрудники ювенальной полиции Абайского района встретились с учениками 81-й школы и населенного пункта Жанаталап. Они объясняли учащимся некоторые законодательные акты. Әкімшілік құқық бұзушылықтың кодексінде 442-ші бабы бар. В административном кодексе есть 442-я статья. В этой статье в пункте 1 написано, что после 22 ночи несовершеннолетние не имеют права быть в развлекательных местах. И если они будут пойманы, то будут вызваны их родители, на которых будет написан административный протокол и выписан штраф в размере 6000 тенге. На этом собрании было сказано, что за последние 3 года резко возросла подростковая преступность. Сотрудники правоохранительных органов объяснили учащимся, куда им следует обращаться, если они стали свидетелями преступления. В нашей школе было проведено подобное собрание, в котором мы, педагоги, ознакомили учеников с внутренним распорядком школы. В частности, нельзя брать в школу с собой смартфоны, камеры, а также гулять в одиночку после 22:00. По словам специалистов, такие встречи помогут детям открыться и говорить о своих проблемах. Утро в первом, на месте.